День защитника Отечества традиционно считается днем мужества, днем сильной половины человечества. Мероприятия в рамках этого праздника в Дючепсинской школе прошли на высшем уровне. Учащиеся и учителя подготовились основательно. Сегодня у нас большое мероприятие в школе, посвященное Дню защитника Отечества, афганцам. И было проведено на первом уроке во всех классах с 1 по 11 класс мы провели урок мужества, где принимали участие сами дети, готовили эти уроки мужества учителя. Сейчас мы хотим провести соревновательные мероприятия. Это «А ну-ка, мальчики», начиная тоже с 1 класса по 11 класс включительно. В ходе соревнования поделили все классы на несколько классов. Это первые, вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые, седьмые, восьмые и девятые, десятые, одиннадцатые классы. В мероприятии были задействованы все классы, разделенные на группы. Это военно-спортивные соревнования, истоветы, конкурсы и многое другое.